Всем привет! Совсем недавно нам добавили новую богиню в события. Это ночная богиня Нюкта, да. Как бы, в принципе, смотрим по статам, она неплохо выглядит, но суть ее не в статах, суть ее в скилле. Как оказалось, на самом-то деле, при прокачке этой богини, при проточке, у нее появляется навык, да, вот, навык, который наносит дополнительный урон цели, дополнительный плюс урон, и получаемый урон цели увеличивается на определенный процент на 10 секунд. Также этот навык увеличивается вместе с проточкой. То бишь, если богиня будет плюс 15, и уровень навыка будет 15, уровень 15. Значит, изначально мы имеем наносить цели 185% урона, 46% плюс урона, и получаемый урон цели увеличивается на 18,5%. Далее с каждым уровнем добавляется урон по цели плюс 15%, доп. Урон, плюс урон, который плюс 4%, и также урон получаемой цели увеличивается на 1,5% за каждый уровень. Вот. То есть она идет в приросте с прокачкой, соответственно. Также есть вот конь. На нее очень даже симпатично смотрится в стиле, да, вот скажем так. Дает крит парирование, хп, прочность и атаку при каждой проточке. Вот, и соответственно вот сама богиня дает крит плюс урон и атаку. Причем она дает крит и атаку так же, как и мелодия, и еще дает дополнительно плюс урон. На 5 уровне получается 5000 плюс урона. Вот. В принципе, богиня очень крутая. Как работает навык, кстати, спрашивали, проверяли, тестили. Многие говорят, что сразу дает, некоторые говорят, что случайно, рандомно наносит урон. Ну, я лично не увидел особо работы, скажем так, навыка, да. То есть увеличение урона ощутимо. Но насколько оно дает именно сразу при уроне, либо же касательно скиллом каким-то дополнительным, как определенный навык и срабатывает, не могу сказать. То есть пока мест насчет работы мы еще разбираемся, так как нет каких-то там точных данных. То, что есть навык и есть параметры навыка, это да, но как он срабатывает, еще пока совсем неизвестно. Ну, больше склоняюсь к тому, что шансово, с определенным шансом происходит просто дополнительная атака, еще одна, при атаке с самого персонажа. Вот. Всем советую, собирайте, она очень крутая, и есть все-таки теория, это, ну, я выдвинул, думаю, что так и будет, что это первая богиня, которая с навыком, и дальше будут еще дополнительные богини, возможно, на какое-то парирование, на деф, на какой-то, на хп, и еще какие-то интересные, может, на иммунитет, я не знаю. Ну, в принципе, я думаю, что это просто первая из линейки, и будут еще такие, как минимум, 2-3 типа еще таких богинь, я думаю. В общем, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.